Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Роза Швенингер, австрийская художница, член венской семьи художников, в которую входили ее отец Карл Швенингер-старший и ее брат Карл Швенингер-младший. Я цитирую переводную Википедию, данных очень мало. Родилась в Вене, Австрия, в 1849 году. Училась в Венском университете прикладных искусств у Фредерика Штурма с 1869 по 1871 год. Ее работы включают портреты и цветочные композиции. Швенингер выставляла свои работы в ротонде женского дома на Всемирной колумбийской выставке 1893 года в Чикаго, штат Иллинойс. Ей посвящена музыка венского композитора Берты фон Брукенталь. Портрет фон Брукенталь. Работа Швенингер хранится в Национальном музее Брукенталь, Сибиу, в Румынии. Швенингер умерла в 1918 году. Ну вот так вот вкратце, данных вообще практически нет о австрийской художнице Розе Швенингер. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.